Приступая к работе над сериалом об отечественных военных автомобилях, мы решали, что поставить в пролог. Какую-то значительную юбилейную дату? А может быть, редкие кадры кинохроники? Столетняя история автомобильных войск изобилует удивительными событиями. Но мы решили начать с вальса. Вот так грациозно и легко кружат суровые боевые машины, управляемые умелыми руками армейских водителей. Кадровому военному, безусловно, надлежит уметь непринужденно вальсировать, бережно ведя свою партнершу, не касаясь скользящих поблизости пар. Танец, искусство, культура. Логическая цепочка приводит к очевидной мысли. История русского военного автомобиля – часть национального культурного достояния. Этой историей не стоит помпезно восхищаться и петь в ее честь бравурные гимны. Ее надо просто знать и любить. Как близкого и дорогого тебе человека, чьи достоинства и успехи вызывают уважение, а недостатки и проблемы – понимание. Лето 1877 года. В разгаре русско-турецкая война. По вьющемуся в придунайских степях тракту ползет обоз с боеприпасами и провиантом. Во главе конвоя – локомотив. Диво дивное, железной дороги не видать, а вот он, паровоз, попыхивает дымком, посвистывает гудком, поблескивает медью и тащит за собой вереницу груженных вагонов. Так прошла российская презентация «Рутьера» – дорожного тягача на паровой тяге. 10 машин были закуплены за границей, 2 изготовлены на брянском заводе промышленника Мальцова. При всей сложности обслуживания капризных механизмов результат эксплуатации безрельсовых паровозов превзошел самые оптимистические ожидания. За летний сезон было перевезено 558 тысяч пудов груза, правда, только по сухим дорогам с твердым покрытием. Перед слякотью, тем более снегом, рутьера пасовали. Это изгубило ценные начинания. Зимой локомотивы остались без надлежащего ухода, а затем и вовсе были заброшены. К механическим средствам передвижения русская армия вернулась лишь в 1902 году. Произошло это при проведении армейских маневров, развернувшихся на обширном пространстве между Киевом и Курском. Условные противники использовали машины как импортного, так и отечественного происхождения. Особое удовольствие у военных вызвали двухтонный грузовик Бориса Луцкого и вдвое менее грузоподъемная машина Петра Фрезе. Несмотря на недостаточную мощность двигателей и изъяны конструкции, автомобили с честью выполнили свою миссию на размытых дождями проселках. Кроме грузовых машин, на посылках применялись легкие моторные повозки «Дедион Бутон». По результатам учений в генеральный штаб было доложено, автомобили годны и для перевозки грузов, и для штабных надобностей. Сведения об использовании машин в русско-японской войне весьма противоречивы. Это касается как их общего количества, так и хроники применения. Наиболее правдоподобной выглядит следующая версия. Автомобилей было не более 10, а на фронт они подоспели аккурат к подписанию постыдного для России мирного договора. В боевых действиях авто не отличились. 8 из них вернулись с фронта в арсеналы, 2 сгорели во время пожара на железнодорожных складах. С войной на Дальнем Востоке связан один загадочный эпизод истории отечественных военных автомобилей. Под Ясаул казачьего полка князь Накашидзе обратился по инстанциям с предложением за свой счет купить и доставить на фронт бронированный автомобиль французской фирмы «Шарон». Щедрость князя объяснялась просто. Он являлся торговым агентом этой компании, совмещая военную службу с бизнесом. Бронеавтомобиль «Шарон». Года выпуска 1905-1910. Боевая масса 2950 килограммов. Броня 6 миллиметров. Оружие – пулемет «Гочки» с калибра 8 миллиметров. Количество экземпляров в русской армии – 1 опытный образец. Испытания бронеавтомобиля проводились в пригороде Петербурга. К тому времени русско-японская война уже закончилась. Машина выглядела внушительно. Стальные щитки смотровых окон, пулеметная башня с круговым сектором обстрела, притороченные к бортам мостки для преодоления рвов. Запаса горючего должно было хватать на 500 километров, а патронов для длительного наступления или осады. Внутренняя компоновка была разумной, так что экипаж из 4 человек чувствовал себя достаточно комфортно.
Вот только ехать по пересеченной местности это чудо французской инженерии отказывалось. А еще со 100 шагов пробивалось насквозь из русской трехлинейки. Обескураженный нелицеприятным выводом комиссии, князь Накашидзе пообещал исправить недостатки и погиб при теракте на даче премьер-министра Столыпина. А дальше лишь версии и предположения. То ли военное ведомство проект закрыло, а убытки списало, то ли закупило несколько похожих броневиков для охоты на германские цепелины. В мае 1910 года в Санкт-Петербурге создается учебная автомобильная рота. Говоря современным языком, это был одновременно образовательный и научно-исследовательский центр, изучавший особенности применения армейских автомобилей в российских условиях. Условия эти были специфичными. Неразвитая дорожная сеть, огромные расстояния, отсутствие технического обслуживания. Первые военные шоферы были окутаны ореолом элитарности. Это отражалось и в их внешности. Прежде всего, защищающие глаза от встречного ветра очки-консервы. Хромовые двубортные куртки и шаровары. Перчатки-краги с раструбами по локоть. И выражение лица соответствующее. По престижности службы с автомобилистами могли тягаться только лишь авиаторы. Интересно, что эмблема автомобильных частей практически без изменения дожила до наших дней. Те же рубчатые колеса, рулевая колонка и символизирующая стремительность передвижения пара распростертых крыльев. За красивой атрибутикой скрывалась тяжелая служба. Изнурительное плановое обслуживание матчасти и частые авральные ремонты. Летящие в лицо пыль, дождь и грязь. Жесткая тряска на ходу и гигантские усилия на рулевом колесе. Прямо скажем, та еще романтика. Отдельный разговор – ночные поездки. Включение светотехнического оборудования требовало целого ритуала. На генераторе, бочонке с карбидом, поворачивался краник. Выделяющийся при химической реакции карбида с водой газ ацетилен по резиновым трубкам поступал к горелкам внутри фар. Шофер открывал защитное стекло, чиркал спичкой, и в центре стеклянного рефлектора разгоралось яркое белое пламя. Работали фары весьма недурственно. Луч пробивал тьму перед машиной на пару сотен метров. Но через несколько часов осветительную систему надо было чистить от копоти и заново перезагружать. Офицерский корпус «Авторот» формировался из числа технической интеллигенции, выпускников инженерных вузов. В нижние чины, как правило, призывались заводские рабочие высокой квалификации. Это принципиально отличало «Автороты» от пехотных и кавалерийских частей. Там в основном командовали кадровые военные из благородных сословий, а в рядовые зачисляли малограмотных селян. Позднее, осенью 17 года, эта классовая специфика даст о себе знать. Многие автороты в полном составе перейдут на сторону большевиков. Мощный импульс моторизации русской армии дала империалистическая война. Но еще 4 годами ранее, в 1910 году, под эгидой дома Романовых, начали проводиться регулярные автомобильные пробеги. Их цель – выявить машины, наиболее пригодные для российских условий и военных целей. Бенцы, Опели, Панары, Пежо. И среди них пока еще единичные представители зарождающейся отечественной автопромышленности – рижские «Руссобалты». В основе этих машин лежала конструкция малоизвестной бельгийской фирмы с гастрономическим названием «Фондю». В России ее проекты получили творческое развитие и устойчивый сбыт. Начиная с 1909 года на русско-балтийском вагонном заводе выпускали легковые машины семейства К, С и Е, а также три класса грузовиков различного тоннажа. Более половины всех автомобилей Руссо-Балтийского завода приобретала армия. Они использовались не только в штабных, транспортных и санитарных вариантах, но и как платформа для постройки броневиков. Правда, в очень ограниченном количестве. Особенно активно «Руссобалты» применялись в авиационных частях. При каждом бомбардировщике «Илья Муромец» по штату состояло по 2 легковых автомобиля и по 4 грузовика. Русским ноу-хау стали полугусеничные машины, разработанные завгаром его императорского величества Адольфом Кегрессом. Строились они в том числе и на базе «Руссобалта» серии «С». Интересная деталь. На первых образцах гусеницы были сотканы из верблюжьей шерсти. К слову сказать, и для воскресного променада с барышнями вместительные «Руссобалты» подходили как нельзя лучше. Многие машины русско-балтийского вагонного завода имели простую, но при этом прогрессивную конструкцию. Алюминиевые поршни и картер двигателя.
четырехступенчатая коробка передач. Широкое применение шарикоподшипников. Эффективные тормоза. Эти и многие другие особенности выводили «Руссобалты» в число лучших автомобилей мира. Подтверждение тому – итоги автопробега между двумя столицами, устроенного военным ведомством в 1912 году. Вывод: для снабжения русской армии в полной мере пригоден лишь «Руссобалт». Некоторые модели этой марки иначе как уникальными назвать нельзя. Грузовые автомобили «Руссобалт» Т-40-65. Года выпуска 1913-1914. Грузоподъемность 5000 килограммов. Мощность двигателя 65 лошадиных сил. Максимальная скорость 30 км в час. Количество экземпляров 20. И все же внедрение автомобилей в армейские структуры встречало большое противодействие. Кто лучше приспособлен для военной службы, конь или машина? Приверженцы прогресса приводили веский довод: лошадь надо кормить постоянно, а машину только когда она движется. Правильно соглашались консерваторы, но не забывайте, что при обозном битюге состоит малограмотный крестьянин-возница, а за рулем мотора сидит шофер, которого надо сперва обучить, а потом еще и немалое жалование ему положить. А еще машины то и дело ломаются, требуют запчастей и обслуживания, чадят и грохочут, да и вообще выглядят как-то ненадежно. Но у лошади только одна лошадиная сила, а у автомобиля десятки, кипятились сторонники механизации. Нет, возражали защитники гужевых традиций. Лошадиную силу господа ученые придумали. А ты вот выведи на сырую пашню или снежную целину коня железного и живого. Тогда и посмотрим, кто поскачет, а кто забуксует. Подобная дискуссия могла продолжаться бесконечно, если бы не настало 7 сентября 1914 года. В этот день войска кайзеровской Германии, сломив сопротивление французов у реки Марна, приблизились к Парижу на расстоянии нескольких десятков километров. От катастрофы Францию могло спасти лишь чудо. И оно материализовалось в виде 1200 столичных таксомоторов. Всего за сутки они перебросили на передовую 6500 резервистов с полным комплектом вооружения и амуниции. Противник был остановлен, а затем обращен в бегство. Ни железнодорожные эшелоны, ни тем более конные обозы не были способны провести столь стремительную передислокацию пехотной дивизии. Заметим, что в этой операции использовались не специализированные транспортные машины, а всего лишь легковые такси. После этого самые ярые ортодоксы были вынуждены пересмотреть свое отношение к роли автомобиля в военном деле. К началу Первой мировой войны в 5 автомобильных ротах русской армии числилось лишь 348 машин. 3 года спустя количество армейских автомобилей составляло около 21 тысячи. Они объединялись в 40 автомобильных рот, несколько отдельных команд, 18 бронедивизионов, 6 мобильных зенитных батарей и полусотню автопулеметных взводов. Машинный парк был крайне разнообразен. Не располагая собственной автопромышленностью, русско-балтийский завод так и не вышел на режим крупносерийного производства, Россия закупала моторы за границей. Про унификацию тогда еще не думали. В едином строю стояли итальянские, французские, английские, американские автомобили. Хорошего в этом было мало. Досаждали огромная номенклатура запчастей и груды разномастной технической документации. Даже с управлением машинами различных марок возникали проблемы. У этой руль справа, а вот у той слева. Еще один казус. Достойно служивший в армиях десятков стран автокосмополит «Форд Т» на неласковой российской почве не прижился. Слабоват оказался. Тем не менее, к теме «Форда» мы еще неоднократно обратимся в нашем сериале. В стратегических операциях русской армии транспортные автомобили применялись локально. Хотя, например, во время боев в Галиции на реке Стырь успех сражений был обеспечен именно грузовиками. Для переброски живой силы, боеприпасов, вооружения одновременно привлекались сотни машин. Особое признание в русской армии получили автомобильные и санитарные отряды. В качестве шасси использовались грузовики различных моделей. Кузова изготовлялись на экипажных фабриках по единым техническим условиям. В их разработке принимали участие не только инженеры, но и медики.
В результате войска получили удобные и прочные транспортные средства, успешно применявшиеся в полевых условиях. Хорошо продуманная система погрузки и амортизированные носилки позволили облегчить страдания раненых. Только за июнь 16 года один из санитарно-автомобильных отрядов перевез 7215 раненых. В среднем по 240 человек в день. Очевидно, что за период Первой мировой войны санитарные автомобили спасли сотни тысяч душ. И все же автомобилям до поры до времени отводилась вспомогательная роль. Исключением стали броневики. К 16 году русская армия получила свыше 400 бронированных автомобилей. Вот одно из характерных донесений с фронта. Броневики снискали себе полное доверие в войсках, нашедших в этих машинах огромную мощную поддержку, особенно в наступлении. В России предпринимались попытки создать собственные оригинальные конструкции. Наиболее удачными стали разработки офицера первой учебной автороты, штабс-капитана Владимира Мгеброва. По его чертежам Ижорский завод изготовил серию броневиков с непривычно большим наклоном лобовой брони. Это существенно повысило живучесть боевой машины. При лобовом обстреле вражеские пули рикошетировали вверх. Подобный конструкторский прием впоследствии станет классическим. Кроме того, изобретатель уделил большое внимание улучшению обзора на поле боя. Для этого была предусмотрена командирская башенка на крыше основной пулеметной башни. К сожалению, интересный проект не получил дальнейшего развития. Его автор погиб на фронте. В годы Первой мировой войны на вооружении русской армии стояло несколько различных типов бронемашин. Огромный «Гарфорд» строился Путиловским заводом на базе 36-сильного американского шасси. Это был настоящий сухопутный дредноут. Пушка калибра 76 мм, три пулемета системы «Максим», 9 членов экипажа. Правда, и скоростью этой машины была под стать тяжелому морскому кораблю – 15 км в час. Причем как вперед, так и назад. Зачем? Считалось, что в бою нерасторопный броневик не должен терять время на развороты. Логика очевидна. Подставленный под огонь противника борт резко повышает вероятность поражения. Гораздо более легкий и шустрый пятитонный «Фиат» развивал скорость до 40 км в час, поддерживая огнем двух пулеметов кавалерийские и пехотные атаки. Бронирование выполняли на Ижорском заводе под Питером. А вот шасси изготавливали по итальянской лицензии в США. После чего через Францию переправляли в Россию. Видимо, это тот самый случай, когда кружным путем ближе. Самым распространенным броневиком русской армии стал английский «Остин». Вернее, его три модификации. При этом в каждой последующей учитывались критические замечания русских автомобилистов. Главная проблема англичан состояла в слишком тонкой и хрупкой броне, так что многие экземпляры усиливались, или, как тогда говорили, блиндировались дополнительными листами закаленной стали. Один из интересных вариантов Остина – полугусеничный броневик. Автор конструкции – Адольф Кегрес. Тот самый, что ранее поставил на гусеничный ход «Руссобалт» из царского гаража. Вместо задних колес на бронемашину монтировалась балансирная тележка с натянутой на катки резиново-тканевой лентой. Позднее для повышения ресурса ленту стали армировать металлическими элементами. Эта боевая машина была настолько удачной, что в зарубежных справочниках по бронетехнике появился особый термин – «русский тип танка». К сожалению, ни один из этих танков так и не успел принять участие в Первой мировой войне. В начале 17 года на английских заводах было заказано около 2000 шасси. После дооборудования на Путиловском заводе им предстояло превратиться в грозные боевые машины для защиты Российской империи. Но России была уготовлена иная судьба. И не последнюю роль в ней сыграл один из броневиков британского происхождения. В ночь на 4 апреля 1917 года из эмиграции возвращается Владимир Ильич Ленин. Тут же на площади Финляндского вокзала прозвучал его исторический призыв к вооруженному восстанию. При этом в качестве трибуны был использован вовремя подъехавший броневик. По крайней мере, так выглядит официальная летопись событий. Кадры выступления вождя, правда, не оригинал, а их игровая версия, становятся каноническими, а ленинский Остин-Путиловец спустя годы занимает почетное место в музейной экспозиции. Но вот какая незадача.
Весной 17-го подобный броневик существовал лишь в чертежах. На государевой службе тогда состояли лишь машины английской разработки, существенно отличавшиеся от своих более поздних русских родственников. Спутать их довольно сложно. Видите разницу в расположении пулеметных башен? Получается, что Ленин мог призывать к вооруженному восстанию против капитала лишь с буржуазной английской брони. Подобный казус был абсолютно недопустим. Волевым решением историки постановили: пламенная речь прозвучала с машины, изготовленной руками питерского пролетариата. Эта, по сути, безобидная фальсификация узаконилась в монографиях, учебниках, кинофильмах и даже чертежах молодежного журнала «Моделист-конструктор». Бронеавтомобиль «Остин Путиловский». Года выпуска 1917-1920. Боевая масса 5200 килограммов. Броня от 6 до 8 миллиметров. Оружие. Два пулемета «Максим» калибра 7,62 миллиметра. Количество экземпляров около 200. В дни Октябрьского вооруженного восстания военные автомобили сыграли значительную роль. Причем не столько бронемашины, сколько обычные грузовики. Воодушевленные большевистской пропагандой водители «Авторот» развозили революционных солдат и матросов по всему Питеру. Так что ленинская установка «захватить банки, вокзалы, мосты и телеграф» во многом была реализована за счет четкого и скоординированного использования армейского автотранспорта. Потом началась гражданская война, в которой автомобильному парку был нанесен огромный урон. Машины переходили из рук в руки противоборствующих сторон, выбывали из строя и снова кое-как возвращались к жизни. Из 3-4 донорских авто разных марок собирались совсем уже невообразимые экземпляры. Десятки боевых машин стали трофеями армии Германии, Польши, прибалтийских стран. А то, что не было уничтожено или исковеркано в боях между красными, белыми и зелеными, окончательно исчерпало свой физический ресурс и устарело морально. Историю русского военного автомобиля предстояло начать писать с чистого листа. Летом 1918 года профессор Московского высшего технического училища Николай Романович Брилинг по распоряжению Всероссийского совета народного хозяйства приступил к созданию научно-автомобильной лаборатории. Ее организации предшествовал спонтанный, но недолгий арест ученого. Он был замечен в числе протестующих против конфискации у населения личных транспортных средств. Это была не первая репрессия Николая Брилинга. При царском режиме его уже высылали из России за антиправительственную деятельность. Характерно, что с аналогичной формулировкой он будет подвергаться гонениям и при советской власти. Правой рукой Брилинга становится Евгений Чудаков, также недавний выпускник МВТУ, впоследствии всемирно признанный теоретик и расчетчик. Первое задание, выданное научно-автомобильной лаборатории, звучало примерно так. Что будет, если моторы самогоном напополам с касторкой заправлять? Тема была актуальной. В стране ощущался катастрофический дефицит бензина. Парк находящихся на ходу автомобилей к финалу гражданской войны составлял всего около 4500 машин. Чуть ли не в пятеро меньше, чем на момент падения Российской империи. Первые советские автомобили были изготовлены в 1922 году на бронетанко-авторемонтном заводе, входившем в объединение «Промбронь». Это наскоро достроенное предприятие, заложенное еще в 1916 году, не могло похвастаться ни станочным парком, ни квалифицированными кадрами. Вывезенные из Риги машинокомплекты «Руссобалта» серии С-2440 собирались с многочисленными отклонениями от технологии и требований чертежной документации. В результате Красная Армия получила два десятка грубо скроенных, но крепко сшитых шестиместных штабных машин. По сравнению со своим прародителем, «Промбронь» имел ряд усовершенствований. Электрогенератор, модернизированный двигатель и редуктор заднего моста, алюминиевые накладки дисков колес. Весь этот апгрейд – заслуга коллектива научно-автомоторного института НАМИ. Так с 1921 года стала называться лаборатория, возглавляемая Брилингом и Чудаковым. В этих автомобилях было сложно угадать черты их предков, благородных фаэтонов семейства «Руссобалт». Хотя один экземпляр «Промброни» выделялся на общем фоне. Машину подготовили для Михаила Ивановича Калинина.
Удивительно, но эта персоналка обслуживала всесоюзного старосту до 1945 года. Штабной автомобиль «Промбронь» БТАС-1. Год выпуска 1922. Число мест 6. Мощность двигателя 45 лошадиных сил. Максимальная скорость 75 км в час. Количество экземпляров 22. Новой России нужен был массовый автомобиль. Недорогой, но надежный. Этим определением в достаточной мере соответствовала итальянская полуторка Fiat 15 Terra. Именно под ее выпуск еще в 16 году был заложен автозавод на южной окраине Москвы. На месте знаменитой своими мачтовыми соснами Тюфелевой рощи возводилось огромное предприятие. План выпуска – до 3000 грузовиков в год. Но хозяева завода ОМО, братья-миллионеры Рябушинские, не успели завершить строительство. Их вынужденная и скоропостижная эмиграция поставила крест на одиозном проекте. Корпуса ОМО вплоть до середины 20-х годов использовались для кустарного ремонта потрепанного царского автонаследия. И вот в ноябре 1924 года настает кардинальный перелом. Из ворот автомобильного московского общества выходит первая десятка серийных советских автомобилей. 7 ноября 1924 года вдоль стен Московского Кремля праздничным строем прошла агитационная колонна Кумачевых ОМО F-15. Внешне они походили на старорежимные «Фиаты». Но конструкция грузовиков была существенно переработана талантливым инженером Владимиром Цыпулиным. Основная задача модернизации – сделать машину максимально простой и живучей. Для этого пришлось пересмотреть итальянские чертежи, подобрать отечественные материалы, изготовить новую технологическую оснастку. Анекдотично, но факт. Тогда как вся Европа перешла на метрическую систему измерений, документация советского «Фиата» скрупулезно пересчитывалась в дюймы. Дело в том, что все станки на ОМО были американского происхождения. Основным потребителем полуторок стала Красная Армия. Выкрашенные в темно-зеленый цвет грузовики несли службу в пехотных, инженерных и бронетанковых подразделениях, обеспечивали работу интендантских служб, перевозили личный состав, боеприпасы, горючее. На базе ОМО F-15 строились противовоздушные звукоуловители, санитарные кареты, штабные машины. Выпуск машин в различных вариациях продолжался до 1931 года. ОМО F-15 была типичным героем своего времени. Технический прогресс довольно долго обходил грузовики стороной. Самотечная подача топлива из бака, тормоза с приводом лишь на заднюю ось, простейшая конструкция рулевого управления. Кожухи кардана и заднего моста изготавливались из единой заготовки, так что ремонт элементов трансмиссии был крайне сложным. Мотор обдувался воздухом за счет вентиляторных лопастей, отлитых в теле маховика. Такая система охлаждения требовала плотного прилегания капота к боковинам двигателя. Это было проблематично. Наружные панели машины выколачивались вручную молотками и киянками. Какая уж тут герметичность. Конечно, заводские конструкторы не сидели сложа руки. Со временем на грузовике появилась закрытая кабина, стартер, электрические фары. И все же спроектированный в 1915 году грузовик спустя полтора десятилетия морально устарел. Но как бы там ни было, именно ОМО F-15 стал первым серийным советским автомобилем, поступившим на службу Красной Армии. Грузовой автомобиль ОМО F-15. Года выпуска 1924-1931. Грузоподъемность 1500 килограммов. Мощность двигателя 35 лошадиных сил. Максимальная скорость 50 км в час. Количество экземпляров 6084. Этот грузовик послужил основой для первой советской бронемашины БА-27. К окончанию гражданской войны в частях Красной Армии насчитывалось около 300 броневиков различных марок. Практически все они полностью выработали свой ресурс и подлежали списанию. Остро встал вопрос о создании нового унифицированного бронеавтомобиля. Выбор базы для него был очевиден. ОМО F-15 выпускался серийно. Техпроцессы его производства были хорошо освоены. Проблем с запчастями не предвиделось. Но военные стратеги пошли еще дальше. Всерьез рассматривалась возможность оборонной конверсии гражданских грузовиков.
В случае угрозы большой войны они должны были срочно обрасти броней и ощетиниться стволами. При этом требовалась единственная существенная доработка – установка второго поста управления в кормовой части корпуса. Впрочем, от второго руля вскоре отказались в пользу дополнительного бензобака. К счастью, не были реализованы и утопические планы массовой переделки грузовиков в броневики. Конец 20-х и начало 30-х годов оказался относительно мирным периодом в истории СССР. Так что общий выпуск БА-27 ограничился 200 штук. Броневик получился не слишком удачным. 4-тонной боевой машине не хватало тяги слабого мотора, узкие колеса вязли в грунте, высокое расположение башни провоцировало опрокидывание на склонах. Даже достаточно мощное вооружение, 37-миллиметровая пушка «Гочкис» и пулемет «Дегтярева» не исправляли положение. В отсутствии активного маневра огневые возможности было сложно реализовать. Изготавливаемый на Ижорском заводе бронекорпус был слишком тяжелым. В соответствии с технологиями того времени он собирался на стальном каркасе при помощи массивных заклепок и гужонов, болтов с полукруглой головкой. Но главное, что разработчики БА-27 допустили принципиальную ошибку, практически без переделок использовав шасси коммерческого грузовика. Впрочем, аналогично ошибались все производители колесной бронетехники в мире. Специальной базы для создания боевой машины на тот момент еще не существовало. БА-27 выглядел пожилым ветераном гражданской войны, так что его участие в кинокартине «Чапаев» воспринималось вполне органично. Далеко не всякий зритель, видя тяжеловесное нагромождение клепанных бронелистов, заподозрит создателей фильма в невинном обмане. Эти бронемашины применялись, хотя и без особого успеха, в инциденте на китайско-восточной железной дороге, а также при ликвидации отрядов туркестанских басмачей. Но прежде всего в историю этот броневик вошел как базовый элемент новой армейской структуры, механизированной бригады. Эти мощные мобильные войсковые соединения в начале 30-х годов пришли на смену разрозненным бронеотрядам и дивизионам. Бронеавтомобиль БА-27. Года выпуска 1928-1931. Боевая масса 4400 килограммов. Броня от 3 до 7 миллиметров. Оружие 37-миллиметровая пушка, пулемет калибра 7,62 миллиметра. Количество экземпляров – 215. Оставим на время тему боевых колесниц. К ней мы еще неоднократно будем возвращаться в нашем сериале. Что еще молодая и неопытная автомобильная промышленность страны Советов могла предложить Красной Армии? Тяжелые грузовики. По критериям начала 20 века в эту категорию попадали автомобили грузоподъемностью в 3 и более тонн. Именно они должны были обеспечить транспортировку артсистем большого калибра, служить базой для зенитных орудий, оперативно перебрасывать танки к театру военных действий. Выпуск подобных средств доставки наладили на Ярославском государственном автозаводе. Первоначально это предприятие, построенное в 2014 году, предназначалось для производства штабных автомобилей по лицензии английской фирмы «Кроссли». Лицом бренда стал известный русский авиатор, велогонщик и предприниматель Владимир Лебедев. Полномасштабный запуск производства так и не состоялся. Закупленное в Англии оборудование застряло в железнодорожных пробках, пропуская бесконечные военные эшелоны. После революции национализированный завод Лебедева ремонтировал автомобили всевозможных марок и строил моторные дрезины. Первый грузовик Я-3 был собран в ноябре 25 года. Не секрет, что источником вдохновения для его создателей послужил американский тяжеловоз «Уайт», тот, что еще во времена империалистической войны состоял на службе русской армии. Ярославская машина вышла прочной, но чудовищно тяжелой. Получаемый из Москвы 30-сильный двигатель с трудом тащил 7,5 тонн массы этого грузовика. При том, что на полезную нагрузку в кузове приходилось всего 3 тонны. Выход подсказало золотое правило механики. Выигрываем в тяге, проигрываем в скорости. На Я-3 установили понижающий редуктор. Теперь машина покрывала от силы 3 десятка верст в час, зато уверенно везла по российскому бездорожью возложенный на нее груз. Характерные черты Я-3. Ацетиленовые фары, гудок с резиновой грушей, задорно торчащая из-под радиатора заводная ручка. При всей суровой утилитарности автомобили не были лишены шарма. Поначалу их кабины обшивались шлифованной дубовой вагонкой, а на сиденьях лоснилась натуральная кожа.
Грузовую платформу первого экземпляра украшал, как теперь говорят, слоган «Советский автомобиль – опора в обороне СССР». Это было скорее пожелание, чем отражение реальности. Применение Я-3 в войсках ограничилось несколькими десятками бортовых грузовиков, бензовозов и громоздких санитарных карет. Грузовой автомобиль Я-3. Года выпуска 1925-1928. Грузоподъемность 3000 килограммов. Мощность двигателя 30 лошадиных сил. Максимальная скорость 30 километров в час. Количество экземпляров 160. Следующая ярославская модель 4-тонный Я-4 значительно отличалась от своего предшественника. Это уже было не полукустарное изделие, а полноценная серийная конструкция. Грузовик существенно прибавил в скорости. Под его капотом устанавливался 70-сильный германский двигатель «Мерседес». Пятитонная версия Я-5 комплектовалась еще более мощным заокеанским «Геркулесом». Вот хроникальные кадры испытания ярославцев на зимних сибирских трактах. От жилья до жилья долгие часы пути. Как говорится, назад 500, 500 вперед. А температура за бортом все 20 со знаком минус. Страшно подумать, что в пути чувствовали водители и механики. Печки в щелястой кабине ярославца предусмотрено не было. Программа выпуска ярославских тяжеловозов ограничивалась лимитом закупки импортных двигателей. Дело было даже не в том, что зарубежные фирмы опасались снабжать Советскую Россию, а значит и Красную Армию, современными моторами. Они просто не были в состоянии обеспечить все возрастающий объем заявок. В то же время приобретать сложные технические изделия за границей оказалось гораздо накладнее, чем производить их своими силами. Следовательно, пора было вплотную заняться созданием мощной национальной автоиндустрии. Увлекшись темой тяжелых грузовиков, мы вышли из хронологической последовательности автомобильной истории. Вернемся на пару лет назад. Время — 1927 год. Место — немецкая Слобода, что на правом берегу Яузы. В новых корпусах научного автомеханического института завершается постройка автомобиля «НАМИ-1». Какое отношение к армии и обороне имели малолитражки с двухцилиндровыми двигателями воздушного охлаждения? Формально никакого. Эти предельно аскетические транспортные средства, лишенные даже стартера и спидометра, направлялись в гражданские госучреждения. Привыкшие к комфортабельным иномаркам столичные шоферы без восторга пересели за руль шумной и жесткой машины. А вот неискушенные водители из российской глубинки радовались новинке. К ним, наконец-то, попал неприхотливый автомобиль, для которого любое направление российского бездорожья становилось дорогой. Но главное, что в отечественной автомобильной истории произошел качественный перелом. Разработанные в НАМИ легковушки стали первыми самостоятельными конструкциями советских инженеров. Эти машины не скопировали, не восстановили, не перелицевали. Их создали с чистого листа. Так зарождалась отечественная школа проектирования автомобилей. Наиболее ощутимо и ярко она впоследствии проявится именно при создании автомобилей в погонах, колесной техники для вооруженных сил великой страны. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем. Фронтовых изъезженных дорогах путь дорожка фронтовая. Не страшна нам бомбежка любая. Помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.